Знаете, кто вам звонит вообще, вы понимаете? Я не певичка, а певица. Тайну одну открою. Это страшно эту планку как-то вот потерять. Я как бы все время стараюсь следить за своими действиями, за своими словами. Вот три песни, которые я не могу просто петь без эмоций таких. Я готова просто отдать все. Мы команда. Политика — это все-таки, ну, какие-то возможности изменить что-то к лучшему. Если получится, то будем дальше бороться. Вот такие люди, как я, они как какая-то молодая кровь такая вот. Партия «Родина» — это то вообще, чего нашей Родине, нашей России не хватает. Я хотел бы поговорить с вами вот о самых таких простых вещах. Где вы родились? Родилась я в Ленинграде еще тогда, который теперь стал Санкт-Петербургом, ну, вернулось название. Вот, вы знаете, я прочитал о том, что ваш отец, вы такая вот родились, все-таки в такой достаточно, ну, наверное, семья такая, белая кость. Отец командир катера, минер торпедный катер, мама поет, мама фотограф. Вот, что можете рассказать, вот какие-то свои воспоминания с детства? Ну, все-таки не белая кость, я все-таки считаю, что, наверное, я из такой больше пролетарской, наверное, семьи. Вот, но все-таки то, что у меня папа, безусловно, у него там несколько высших образований, и как бы это дало, конечно, какой-то такой отпечаток. Воспитание, наверное, неплохой, я считаю, на меня и на моего брата старшего. Ну, не знаю, папа у меня родом из Саратовской области. Родился в Пензенской, а прожил, ну, до того, как поступил потом в Ленинграде в ВМУП, это Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола. Вот. Потом сейчас по-другому еще называется, потому что там структура поменялась немножко. Вот до этого времени он жил в городе Энгельс, это через мост от Саратова, вот рядом с Саратовым. Мама родилась в Ленинграде и прожила всю жизнь, и блокаду там самую страшную пережила. Там, получается, две зимы страшных до эвакуации. Мама даже блокаду прожила? Она ребенка была? Да, у меня мама блокадница, да. А сколько ей лет было? Ей было 9 лет. Что она вспоминает? Ну, вот, честно говоря, блокаду я помню по ее рассказам, вернее, как знаю, можно сказать. И я помню, говорю, потому что как будто бы я настолько это вот ярко было, всю жизнь она это рассказывала, как будто бы я сама это пережила и представляю. Ну, страшные были там, конечно, истории такие. Еще дело в том, что когда началась война, родился мой дядя, мамин брат младший. И получилось так, что он родился на 2 месяца раньше, но, видимо, стресс, потому что война, это все и тут. Родился он в июне 41-го года, должен был в августе родиться. И вот еще, ну, маленький ребенок грудной, вся вот эта вот, как бы, бомбежки там, вся эта история, это страшный голод. И мама рассказывала, как, ну, моя бабушка, получается, кормила груди, значит, младшего брата маминого, потеряла сознание. Ну, там я даже не хочу из подробностей говорить, это очень страшно и очень такое вот просто тяжело. Моменты такие очень были страшные. А как вот относитесь, что у нас сейчас есть такие люди, которые говорят, ну, можно было Питер издать, допустим, вот в тот момент, что вот не, ну, было такой вот военно-технической задачи. Как вы относитесь к этим? Мне кажется, это такая, знаете, психология каких-то неудачников и трусов, наверное. Ну, как можно сдать вообще страну, твою родину, вот там, где ты живешь, не знаю, мне кажется, нет, не знаю, честь важнее все-таки, наверное. Хотя жизнь человеческая тоже, конечно, жалко. Нет, я считаю, что, ну, однозначно сдавать никогда не. Они так и не смогли эвакуироваться, получается? Они эвакуировались. 41-го года? По-моему, в конце марта или в апреле 42-го года. Ну, вот как раз вот самая страшная 41-я зима, 42-й самый, год. Да, самую страшную зиму они там пережили. Да, бомбежки, это все. Ну, вот мама рассказывала, как там, я иду по улице, уже, когда валяются трупы, уже не обращаешь внимания, потому что уже к этому привыкаешь. И просто, ну, лежат какие-то, ну, просто люди вот мертвые, там, не знаю, как спят или что, ну, там, не знаю, как. Ну, ей было 9 лет. И, соответственно, потом 10, и уже детское восприятие, как-то все это, вот она уже по-другому как-то воспринимала. А как мама стала фотографом? Ну, вообще, она такая фотограф не в ательев, она со своим папой, с моим дедушкой ездила в экспедиции аэрофотосъемки. Они фотографировали карты, делали местность, поэтому, вот, ну, она фотограф, ну, я так называю, как еще назвать. А что значит она пела, то есть? Пела она всю жизнь, пела она, занималась, ну, уже после войны, у нас такой дом, дворец пионеров на Невском, раньше назывался имени Жданова, сейчас не знаю, наверное, по-другому уже, и она там занималась танцами всю жизнь, какие-то танцы, и вот она ушла из жизни, ей было 85 лет, она до последнего, она как бы, ну, не танцевала, конечно, но была таким вот очень творческим человеком. И пела, на гитаре играла. Там. И то, что я стала артисткой, это благодаря, конечно, ей. Она меня настолько вот как-то вот в эту сторону, как-то сказать, настроила. А кого больше любили, папа или мама? Ну, да нет, ну я всех любила, но мама, конечно, ближе. То есть папа все-таки постоянно где-то ходил? Ну, во-первых, мама была со мной все время, потом, ну, для девочки мама все равно ближе, как бы там ни говорили. Потому что когда, господи, сейчас буду говорить, буду сейчас.
растрогаюсь. Вообще-то я родилась уже, когда папа уже вел, ну, моя семья уже вела оседлый образ жизни. Папа поступил в военно-морскую академию. И, ну, я так понимаю, что родители решились на второго ребенка. Вот мой брат старший, да, он поездил по гарнизонам на Камчатке, на Дальнем Востоке, в Севастополе, в Северодвинске. Вот там они поездили, где вот подлодки стояли, базы были. Вот. А я уже родилась, как бы, я никуда, я, по-моему, там 20 лет вообще никуда не выезжала. Первый город, куда я приехала, это была Москва. И то, потому что моя подруга меня так просто подтолкнула поступать в институт имени Гнесиных. То есть брат, я понял, пошел по стопам близкие. Отца, да. Да, то есть, а вы по маминым стопам? Ну, получается, да, да. Брат, с братом очень хорошие отношения, и как бы он меня поддерживает, я его поддерживаю. То есть такая такая поддержка друг друга. И когда папа ушел из жизни, то, конечно, мы с братом даже сблизились, потому что он как-то жил своей семьей. Там, ну, так, он тоже служил 10 лет на Дальнем Востоке, потом вернулся, поступил в эту же академию военно-морскую, ее окончил, остался уже, по-моему, уже в Петербурге уже, да. То есть он, когда папа умер, он заменил как бы отца. Он стал главой, мне, да. Помогал нам очень, и маме, ну, как-то все это, вот. Поэтому с братом отношения замечательные. Он еще служит или уже пенсионер? Нет, он уже демобилизовался. Ну, ему уже 64 года. Он мне старше, да. Достойно нам сейчас пенсию платят, нет? Пенсию... Он, я понял, был подводник, да? Он нет, он в морской просто офицер, по-моему, ракетчик. Вот не буду врать, честно. Подводником папа был. Вот. Ну, что касается пенсии, мне кажется, что, как бы, не знаю, достойно нет. Но, конечно, так, мягко скажем, не очень хватает. Вот. Но я как могу, помогаю. Это достойно, что наши офицеры, которые защищают нашу родину? Да нет, конечно. И, ну, о чем говорить? Это, я считаю, какое-то унизительное совершенно положение, потому что действительно это люди, которые отдали свою жизнь. Мне папа, например, когда я помню, мы с ним, там, я работала в той же библиотеке какое-то время, в военно-морской академии. Ну, а папа у меня был замначальником, потом факультет его там, служился. И мы с ним вместе шли на работу. Мне, честно, мне не нравилась моя работа в библиотеке. Ну, не мое, мне все-таки такое вот там, как бы хотелось артисткой быть. Я помню, что-то мы идем, говорю, господи, как мне это вот надоело, все это академия. Говорит, как ты можешь говорить, работа – это твоя жизнь. Вот действительно он так к этому относился, что работа – это жизнь. Он, когда пришло время, и ему нужно было демобилизоваться, ну, как бы уходить, надо отдать должное, что в академии там как бы относились так с вниманием к всем служащим. И тут человек уходит на пенсию. Ну, знаете, для военного человека, вот я понимаю, особенно по папе могла смотреть, для них уход на пенсию, так скажем, это все, это смерть. Папа как демобилизовался, так, в общем, он и ушел из жизни очень скоро, там, буквально там, каких-то пару лет. И, ну, академия не оставляла своих служащих, они все равно, как уже в гражданской должности, но все равно работали кем-то. Ну, знаете, как вот пределе все люди. Но это, конечно, было все равно не то уже. И просто глядя вот на своего отца, я так понимаю, вот сейчас уже там по прошествии скольких-то лет, люди, которые отдали жизнь, причем жизнь-то была в гражданстве не самая, как вы понимаете, легкая. Мои родители поженились в 56-м году, в 57-м родился мой брат. И вот они практически, брату было, по-моему, полгода, и мама рассказала, что они поехали уже, по-моему, в Севастополь, первая была у них дислокация. Естественно, было холодно, там как бы не обустроено абсолютно, где там снимали они какие-то квартиры или что-то им выделяли. Брат получил тогда какую-то пневмонию, то есть тяжело болел, и потом последствия уже даже у него в взрослом возрасте, в таком уже, в юношеском уже были. Поэтому... Конечно, тяжело, но что делать? И пенсия, ну, не знаю, надо, конечно, с пенсиями что-то придумывать. Причем не то, чтобы одна дотация там какая-то единовременная, а чтобы действительно было достойно, чтобы это было вот, ну, не стыдно. Чтобы найти... А вообще гордимся мы сейчас своими вот офицерами? Вот, есть... Знаете, я горжусь. Я не знаю, как там происходит. Мне хочется думать, что гордятся, конечно. Но это наша честь. Особенно морские офицеры, ну, вообще офицеры, и морские тем более. Это мне кажется, дисциплина. Что сейчас в обществе не хватает не только вот несправедливости, но и гордости за наших учителей, врачей, военных. То есть вот как-то мне кажется, вообще патриотизм как-то сейчас у нас. Вот, когда я была молодая, так скажем, когда я начинала только, я работала как в библиотеке, вот, и вот я помню, что я сижу, там какие-то книги передо мной. Но я понимаю, что это, конечно, пропаганда многое сыграла, но она правильная была. Воспитывали патриотов. Я даже помню, что я работала на иностранном факультете, у нас иностранцы были, приходили, я помню. Сирийца один пришел, говорит, вот вы русская, я же помню эту фразу, вот вам легко этот язык, вот русский, мне тяжело. А когда он сказал русское, я же прям, мне так гордость какая-то, что прозвучала вот своя русская, что вот гордость какая-то такая, знаете, действительно это. И, к сожалению, вот сейчас вот, ну,
просто не мы виноваты в этом. Десятилетие такое было, что как-то вот все куда-то, не знаю, ушло. И сейчас я считаю, что как бы есть, во-первых, шанс, да и возрождают как-то. Действительно, вот это чувство гордости за то, что ты живешь в России. Вот за чувство гордости за свою родину. Мне кажется, это важно очень. Давайте начнем потихоньку к вашему творчеству. Да? Вот как-то, говорят, учительница, которая преподавала вам музыку, да, то есть говорила о том, что вот ничего у вас не получится. Ну, было такое в истории вашей? Нет, прям так и не говорила. Нет, наоборот, мне говорили, что если я буду заниматься... Дело в том, что я, честно могу сказать, у меня проблема такая, я не усидчивая. И мне вот что дается легко, я вот прям, пожалуйста, все это, мне идет как по маслу. Когда надо вот какое-то усилие, там что-то выучить, заучивать, там как-то все это, мне сразу становится неинтересно, скучно. Ну, особенно в юности, в детстве это все было. И, соответственно, когда нужно было, естественно, когда ты занимаешься в музыкальной школе, там, ну, полтора часа в день хотя бы уделить там гаммам каким-то, ну, занятиям дома. Чего я не делала вообще. И вот поэтому вот что я умею, это вот только вот так раз, вот как вот легко, значит, все хорошо пошло. И вот эта преподавательница моя говорила, что если Таня, ты будешь заниматься, ну, хотя бы 20 часа, полтора, у меня какая-то вот форма руки, она говорила, очень такая правильная и удачная для пианиста, из-за тебя получится очень хороший музыкант. Ну, естественно, все это я как бы мимо ушей пропускала и все ждала поскорее, когда закончу эту школу музыкальную, потому что мне не разрешали ее бросить, нужно было закончить обязательно. Ну, кстати, вот отдать на должное воспитание моих родителей, потому что вот это, там, может быть, я такой человек не усидчивый, но вот чувство ответственности во мне воспитали. Если я во что-то ввязываю, что называется, то я должна до конца как бы это довести. И ну, постараться все это, чтобы было достойно. Говорят, что у вас какая-то необычайная, огромная энергия. Это от кого? Ой, я не знаю. Ну, чувствуете в себе какую-то вот очень большие силы? Да вы знаете, вот сейчас, вот я когда, честно говоря, все это началась, вот эта вся история вот с моим вхождением, так скажем, в политику, я немножко боялась, потому что я настолько привыкла заниматься своим делом, как-то я, да, все это делаю достаточно ответственно и добросовестно, как мне кажется, но все-таки вот это новое, я испугалась, справлюсь ли я или нет. Сейчас все-таки, когда ты входишь постепенно, вот, то есть понятно, что сразу страшно и тяжело, когда постепенно ты входишь уже вот внутрь вот этого всего, вот этого, как бы вариться вот в этом мире, то, в общем-то, я понимаю, что у меня энергия есть, и есть даже какой-то потенциал какой-то, и даже, честно говоря, интересно становится. У вас есть энергия раскачать всю страну. Ну, давайте, надеюсь. Подождите, а до тех, вот, когда вы пели, да, то есть вы как-то где еще работали? Вот, библиотекарем я уже слышал. Я работала только библиотекарем и... Только в школе, но у нас когда-то было учебно-производственный кабинет, УПК, так называемый, такой был, господи, как называется, факультативный урок, наверное, занятие. Я работала продавцом в детском мире. Ну, мы все там кто-то, мы родились, кто-то был машинисткой. Там можно было выбрать медсестра, машинист, машинистка и вот продавец товаров непродовольственных. Почему я выбрала продавец? Потому что я мечтала быть артисткой всю жизнь. Но я была очень такая застенчивая и понимала, что мне нужно как-то общаться, наверное, как, ну, сейчас я бы сказала, с публикой, тогда вот как просто с людьми. И как-то, ну, не знаю, себя на людях чувствовать более, наверное, так раскованно, что ли, уверенно. И поэтому я выбрала вот эту вот специализацию. Но работала там, это смешно сказать, я месяц работала только летом, была практика. И просто каждую пятницу у нас там по три часа, как бы вот мы стояли за прилавком и как-то продавали игрушки. Суперзвезда наша, да, то есть вы, наверное, нормально зарабатываете, да, вот, ну, а ваш стараюсь. Старший сын, допустим, да, то есть, ну, не отправили его учиться его за границу, никак не помогли. Нет. То есть, вот, он как-то сам работает баристом, барменом, я правильно понимаю? Борис кофе. Борис кофе. Ну, он разбирается в кофе, ну, знаете, тоже, вот мне моя подруга говорит, как ты там, ты с такими связями могла бы... Но 27 лет ему, по-моему, сейчас, да? Ему 28 уже. 28, да? Я считаю, что как-то все-таки человек должен добиваться сам всего. И, в общем, и он тоже меня, честно говоря, не просил особо, да и у нас, опять же, в семье это не принято. То есть вот на что ты, как бы, единственное, что я его заставила закончить институт, у него высшее образование он получил, и, как бы, ну, это единственное, что вот я прям настояла на этом. А так, ну, я считаю, что, во-первых, как бы должна быть свобода выбора, ну, ему нравится. Наверное, ему бы нравилось там и как-то музыкой заниматься, он сам освоил и барабаны, бас-гитару, на гитаре немножко играет, ну, так вот, именно сам научился. И я понимаю, что, наверное, было бы ему интересно и где-то в группе поиграть, но, опять же, пожалуйста, сейчас много возможностей. Я сама не буду там как-то протаскивать, мне тут, говорю, подруги говорят, ты пошла бы там к губернатору, сказала, ну, и что я скажу? Это стыдно, во-первых, просить как-то, не знаю, никогда в жизни просить. Ни за себя не просила, тем более за своих детей не буду. Они должны сами добиться всего, и тогда из них получится толк какой-то.
В этом я уверена абсолютно. Кто знает лично, да, вот вы все-таки звезда такого уровня, да, вообще самое страшное, да, это пройти огонь, воду и медные трубы, да, огонь да. это сражение, да, там, вода это терпение, вот, медные трубы это слава, да, когда вот она во все уши льется, да, и ты начинаешь тихонько терять связь с реальностью, когда вам льстят, когда вам все помогают, ну, даже банально накрывают стол, наливают там и так далее, и так далее. И вот ваши знакомые говорят, что вы под этим не сломались, вы остались человеком. Как получилось? Ну, во-первых, наверное, я всегда, ну, какое-то сомнение, знаете, когда вот там, мне хочется думать, что я не глупый человек, но я, говорит, слышала, что дураки всегда уверены, а умные люди сомневаются. Но я постоянно, правильно ли я делаю, надо ли это, там, так ли, получилось ли у меня, достаточно ли это хорошо, там, как-то, вот не знаю. И даже я смотрю какие-то там, ну я песни, ладно, я уже как бы, это моя уже такая, я уже, знаете, как собаку съела на этом. А вот когда я приезжаю там где-то, мне сейчас в кино приглашают сниматься, или там какие-то там сериалы, или куда-то там через какие-то такие съемки, мне всегда как-то неловко, я смотрю, мне кажется, не так, надо было, вот это не так, надо было, тут вот как-то легче, тут еще что-то. Постоянно какое-то вот сомнение в том, получается у меня или нет. И вот это сомнение, наверное, я просто сейчас все анализирую, думаю о том, оно, может, не дало мне вот заболеть этой такой пресловутой звездной болезнью. Я никогда в жизни не, там, не открывала двери ногой или говорила, вы знаете, кто вам звонит вообще, вы понимаете, что вот я там, нет. Я вообще считаю, что чем человек известней и добился, чем больше он добился в жизни, тем он должен быть более корректным и внимательным к остальным людям. Не позволять каким-то своим поведением таким кого-то унизить, там, тем, что вот, или показать, что я выше, или там, не знаю, известнее, там, или значимей. Это, ну, наверное, это пошло, это некрасиво, это стыдно. А вот я сейчас оскорбляю, допустим, в социальных сетях. Как реагировать? Ну, я сейчас уже, меня, знаете, оскорбляли, начиная, еще сетей не было всяких там с 90-х годов, когда мы появились. Это неприятно, конечно. Честно говоря, я думала, я обросла какой-то такой броней. Нет, все равно как бы это ранит. Ну, знаете, насколько все равно как бы, опыт это есть какой-то такой вот в таком вот. Неприятно, конечно, но я понимаю, что это, наверное, ну, человеческая природа такая. Зависть или, может быть, кто-то не согласен с тем, что вот, особенно сейчас в связи с тем, что вот я баллотируюсь там, в депутаты Госдумы. И я могу понять людей, да, вот говорят, там певички всякие лезут, там еще кто-то. Ну, зачем певички говорить? Я не певичка, а певица. А там актеришки, не знаю, там можно, конечно, все, а вы там сидите, диванные критички, или как там можно назвать. Ну, вот оскорбления, они, как бы, даже, честно говоря, такие вот какие-то, они, как это сказать, сразу становится как-то легче. Ты понимаешь, что ты идешь правильным путем. Потому что обратили внимание. То есть вас не сбивают такие комментарии? Нет, не сбивают точно, меня просто закаляют. Я вам признаюсь, тайну одну открою. Когда меня ругают, мне легче. Потому что когда хвалят все время, то как-то страшно эту планку как-то вот потерять. А когда ругают, уже бояться нечего. Все равно ты уже вот что-то боялся, да, там, какой-то опозорился, что такое. Это вроде бы как уже вот получается, что там, тебе, ты кому-то не нравишься. И как-то успокаиваешься, расслабляешься, и уже идешь вот своей дорогой совершенно четко, абсолютно, понимаешь, что ты сделаешь, доведешь до конца все по возможности. Можете рассказать о каком-нибудь поступке, которым вы гордитесь? Вот один, любой. Почему вам приятно вспоминать об этом поступке? Ну, когда, допустим, я кому-то помогаю. Ну, не хочется хвалиться и рассказывать об этом, но есть там несколько человек, которым действительно помогла. Там не бог весь как материально, потому что ну, там нет у меня каких-то огромных возможностей. Но я понимаю, знаете, вот прям я рассказываю, меня же как-то вот распираешь. Действительно, я девушке помогла одной. Мы с ней пели вместе на благотворительном мероприятии на одном. Она колесочница, она ходить не может. Мы обнялись, она как нашла меня в соцсетях и попросила о помощи. Нужно было какие-то протезы там ей помочь. Я помогла с удовольствием, как бы. И у нее вроде бы, по-моему, сейчас она вот может даже передвигаться. Ну, какие-то поступки, опять же, это, ну, не знаю, не то, что я бы там горжусь как-то. И мне просто, ну, приятно, когда человеку, когда кому-то помогаешь, когда там это вот, в общем, наверное, не знаю, там, не продала квартиру, и там человек не спасла жизнь, но какую-то все равно маленькую толику какую-то что-то помогла, и человек, ну, человеку облегчила жизнь. Поэтому я всегда в каких-то благотворительных участвую в программах, даже там вот по телевизору, когда. Хотя я считаю, что это неправильно. И вот то, что когда по телевизору вот эти дают всякие там смс и все, да. Ну, как бы не должно быть так. Должна быть какая-то дотация государственная, откуда вот какие-то определенные суммы можно было для помощи вот детям особенно, которым можно помочь еще, это вот обязательно помочь. В Чехии, например, такая есть практика, что ребенок, если какой-то болеет, ему можно помочь, то за счет государства
и вертолеты какие-то организовываются где-то там в других даже странах какие-то. Проводятся какие-то действия, чтобы ребенок был здоров. И это очень важно. Это все за счет государства, это очень важно. То есть любые операции в Чехии проходятся за счет государства для детей, да? Да, да. Для детей, да. Взрослые, наверное, должны... То есть они вроде не очень богатое государство, да, получается, но для детей решают. Но для детей они находят средства, да. Но я думаю, что все равно богатые люди есть везде. Потому что, опять же, это... Может быть, государство не богатое, но есть какие-то люди, которые там, ну, богаче, нет, может быть, даже... государство, да, это делает. То есть, ну, даже за счет государства, да. И есть какие-то... Наверняка какие-то могут дотации найтись, там, не знаю, за счет каких-то... Ну, может, не налогов, не знаю, но каких-то вливаний. Ну, стыдно, когда такое большое государство собирает этими смс-ками, да? Ну, это ужасно, да. Это, я считаю, несправедливо, несправедливо абсолютно. Вот, но мне тоже, где там мои коллеги, некоторые артисты говорят, что как это так, что такое. Я тоже их понимаю, но, знаете, вот, представляете, когда там у мамы, не дай бог, вот такая история с ребенком, и ты просто готов в любую помощь. Поэтому, конечно, как бы вот эта вот реклама там по телевизору, и помогайте, и родители ждут этой помощи. А мне вот тоже, когда мы собираем деньги, мы тоже иногда собираем деньги, мы не можем собирать постоянно. Я всегда, знаете, для себя очень сильно обижаюсь на то, что это какая-то лотерея, что я помог вот только этому ребенку. Да, а кто, сколько еще народу, как бы осталось детей, особенно без, да, помощи. Да, сколько же мы оставили без помощи, где родители не собрали силы воли выставить все вот это наружу. Кому-то, да, кому-то неловко это все как вот просить. Как-то, ну, как-то так стыдно просить, как-то, ну, как в милостыню. Ну, да, это такая история есть, к сожалению. Скажите, а можно не отвечать на этот вопрос, но если смотрите, буду благодарен. Скажите, вам было стыдно за какой-нибудь твой поступок, вот что вы до сих пор переживаете за него? Да, наверное, нет. Просто я могу как-то что-то могу не вспомнить. Но вот вы знаете, как бы это не какие-то слова высокие, а действительно я стараюсь жить так, чтобы не было, как там, кто говорил, мучительно больно за бесцельно прожитые годы, или кто говорил, я не помню. Ну, вот как бы каждый раз, я, ну, опять же, наверное, потому что я сыграла роль, что я артистка. Потому что я на виду, и я еще помню первые мои интервью там какие-то в 90-х годах, в начале 90-х, я прекрасно помнила и всегда знала о том, что я это говорю все, будут смотреть миллионы людей. Ну, тогда еще телевизор смотрели, сейчас там, может быть, в интернете где-то. И как бы, я, например, помните, такая была передача «Акула пера», если помните, в 90-е годы. Я, помню, пришла, я себя настраивала, меня, ну, практически заставили пойти, я не хотела, потому что я не люблю вот это вот лишний раз какого-то эпатажа, там, какого-то дискомфорта, чтобы я понимаю, что у меня там будет там тырка чем-то еще там, придираться как-то. Но мне сказали, нет, надо сходить, хорошо, говорю, я пошла. И я себя настраивала, что вот как угодно меня, пускай там оскорбляют, обзывают, я не имею права показать свое вот какое-то лицо там и сказать, да сам дурак, или там как-то, вот, как-то в ответ какой-то, потому что тот, кто мне это задал вопрос провокационный, его, как бы, он останется за кадром. А в кадре буду я, и я должна просто держать лицо. И вот, представляете, на протяжении всей своей жизни, 30 лет я занимаюсь вот, деятельностью этой артистической, я, как бы, все время стараюсь следить за своими действиями, за своими словами. Смотрите, когда исполняете песни «Не плачь», почему все время плачете? Нет, не все время. Не все время? Но почему-то есть такое мнение. Ну, это такой стереотип. Что переживаете? Вот что-то сейчас, внутри? Сейчас уже я немножко так уже к этой песне привыкла, и поэтому... Ну, знаете, я заплакать могу, можно сказать, у меня есть две песни, которые без слез, ну, вообще просто, я даже три. Я знаю, что абсолютно я вот на этой песне, у меня просто градом будет все это. Потом мне нужно будет убежать за кулисы и там как-то макияж все это исправлять. Это песня про маму, песня «Шар в небо голубое» и песня «Любимые цветы». Вот три песни, которые я не могу просто петь без эмоций таких. Вам было по-настоящему больно? Конечно. Больно было, ну, не скажу, что много раз, но было, конечно, когда предавали. Причем, это, знаете, не обязательно предают, там, не знаю, любимый мужчина, там, или муж. А, к сожалению, бывало, что меня предавали мои коллеги. Ну, коллеги те, с кем я работала. Ну, не музыканты даже, наверное, там, а вот бывало, что композиторы. Ну, не хочется это подробности говорить, но такое предательство, когда ты человеку просто, так сказать, морально, не знаю, отдаешься, ну, просто без всяких там, без задних. Я вообще, в принципе, мне, к сожалению, такой не очень, наверное, приятная такая черта, для меня такая тяжелая. Я очень искренне, я сразу, то есть, отметить каких-то там двойных каких-то там дна, какого-то течения там туда-сюда, вот я как бы так вот это выгодно, тут я с собой буду, а тут не буду. То есть, если я с человеком где-то вот, особенно касается, да всего, в принципе, и работы, и отношений, и любого вообще, я готова просто отдать все. Как бы, как это сказать, вложиться, даже не вложиться, как отдаться вот с потрохами просто вот все. Мы команда. Вот я очень люблю. Почему я люблю группу «Своя летница»? Потому что мне не очень нравится моя сольная, вот когда я работаю. Когда я с командой, мне прям вот мы вместе, мы как одна семья.
И когда вот кто-то тебя из этой семьи продает как-то, ну, тем или иным способом, это, конечно, очень неприятно. Но, с другой стороны, я считаю, что нас не убивает, то закаляет. Поэтому ничего в жизни просто так не происходит. Вообще, в принципе, надо философски относиться ко всему и к жизни тоже в том числе. Ваше отношение к Санкт-Петербургу? Я его очень люблю. Я обожаю это. Я фанатка города Санкт-Петербург. И, к сожалению, вот мне не получилось, как бы не зарегистрировали меня в ЗАГС. Но, с другой стороны, может быть, и не знаю, может, это и к лучшему. Это такое первое ваше вступление в политику, да? Первое, да. И сразу по щекам, да? Ну, знаете, зато я, честно могу сказать, я не ожидала, что такие, у меня реально не ожидала. Нет опыта. А что значит нет опыта в политике? Вот что такое опыт в политике? Это опыт в интригах каких-то или в чем? Потому что я сейчас понимаю, что для меня... Вот раньше я думала, политика – это интриги какие-то, там все воры, там, как, знаете, выборы, депутаты, там, слово из песни известной. Вот. А сейчас я понимаю, что политика – это все-таки, ну, какие-то возможности изменить что-то к лучшему. И если у тебя есть какие-то мысли, и ты понимаешь способы, как это сделать, то вот это, наверное, и есть политика. И если, как бы, у меня есть это все в голове, я очень надеюсь, что все-таки получится. Ну, посмотрим, не знаю. Но если получится, то будем дальше бороться. Ну, партия «Родина» успешно потихонечку идет к своим, так сказать, проходам барьеров. Вот, вы в тройке. То есть вы пройдете, если партия «Родина» пройдет. Мне очень хочется ездить. И чем вы хотели заниматься в Государственной Думе? Ну, я могу только в том, в тем, кому будете служить в Государственной Думе? Вот давайте там, городу, стране. Ну, вы знаете, в чем я разбираюсь? Это, наверное, все-таки музыка, ну, как искусство или, как сказать, наверное, культура, правильно сказать. И ну, вот дети, образование детское воспитание. То есть пойдете в социальный комитет? То есть комитет. Я даже, вы знаете, вот я не понимаю, какие там градации есть. Я понимаю, что как бы пройти, а дальше там, как вот сейчас, я тоже, когда меня первый раз заявили, я думаю, господи, куда я еду, что я буду, я не понимаю, что делать вообще. Когда я, помню, шла когда в ЦИК первый раз, у меня тряслись руки, я не понимала вообще, куда я иду. Это, знаете, как вот какой-то с тарзанки прыгнуть, наверное. Потом, когда я пришла, я понимала, там тоже нормальные люди, в принципе, как бы думающие, соображающие, работающие. Другое дело, что они в этом уже там давно и уже относятся к этому, наверное, как я к выходу на сцену. Я помню, с Алексеем Александровичем встретились в Уральем, я говорю, я боюсь. Он говорит, а что бояться-то? Вот выходить там на стадионе и выступать, я говорю, это не страшно, потому что я уже это делал уже много раз, я уже знаю, как пойдет концерт, как уже публика будет себя вести. А тут все первый раз, поэтому, конечно, страшно. Но зато, как бы, мне кажется, что... Там, я не агитирую никого, но мне кажется, вот такие люди, как я, они как какая-то молодая кровь такая вот. Не те же закоренелые такие уже там уже с правильными речами, там какими-то с постановкой, как формулировкой речи, какой-то, не знаю, там слов и какие-то там закостенелые такие, знаете, как бы. А тут что-то такое, может быть, я не умею говорить, я не оратор, я красноречием не обладаю, я там могу заикаться где-то, шепеляю что-то еще, но я настолько искренне вот это все говорю, и от этого иногда вот у меня вот заикание какое-то, потому что у меня мысль опережает слова. Но я не агитировать иду, а я иду все-таки как-то вот, как это, продвигать идеи, как сделать лучше, как сделать... У меня брат пенсионер, который страдает от того, что маленькая пенсия. У меня, был человек, он предприниматель, у него малый средний бизнес, он страдает от этого, от того, что сделано все немножко неправильно как-то. У нас, как бы, вы знаете, я считаю, что экономика должна строиться на малом среднем бизнесе, потому что это большинство людей. У нас боятся в нашей стране этим заниматься, потому что, чтобы прийти и заниматься бизнесом вот этим малым, так скажем, нужно как бы какие-то средства. Средств, понятно, нет, все с нуля начинается. И для того, чтобы тебе дал банк какую-то ссуду, ты должен предоставить банковские гарантии. Что такое банковские гарантии? Ты должен там поручиться своей квартиры, там, не знаю, еще чем-то. Если у тебя прогорает, ты бомж. И, конечно, многие боятся. Но кто будет? Есть отчаянные люди, слава богу. А есть вот типа, как я такие. Я там 20 раз подумаю, зачем это нужно. Я вот так получаю там свои 3 копейки. Но вот как бы вроде никого не должна там, и потом мне не выселят ничего. Вот как-то с этим решать, как бы с пенсией, с пенсионным фондом то же самое. Сейчас вот это вот какие-то, у меня тоже знакомая, работала 25 лет. 25 лет она платила государству деньги, ну, как пенсионные эти. Сейчас она получает 75 тысяч. Но это смешно. Тут ее кто-то там, какой-то тоже фонд другой. Но ее просто, честно говоря, развели, так говоря, по-простому. Она заплатила какие-то деньги, в общем, и деньги эти прогорели. И, как бы, ей обещали какие-то большие суммы какие-то, она будет платить. А в принципе, все, мне кажется, можно легче, наверное, сделать, чтобы все это шло, как во многих странах мира. Просто в банк отчисления шли без всяких этих бумажек, без этого вот этого разросшегося пенсионного фонда, какие-то там, не знаю, там куча людей, какие-то дворцы, там непонятно, что это. Ну, не знаю, вот это все, как бы, понятно, что я как бы не рупор революции, но
Я надеюсь, что какие-то будут много единомышленников, с которыми можно как-то это все обустроить, чтобы легче жилось. Я хочу обратиться ко всем, кто придет 17, 18, 19 сентября в избирательные участки. Вот мои поклонники, не знаю, ну фанаты, просто люди, которые неравнодушны, может быть, к творчеству, неравнодушны к тому, что происходит в стране. Пожалуйста, голосуйте, обязательно приходите на выборы, не будьте равнодушными. И потому что действительно от вашего выбора зависит просто ваша дальнейшая судьба и наша тоже. Именно как жители России. Поэтому я просто вас призываю, голосуйте за партию Родина. Это действительно достойный выбор будет. Я абсолютно честно могу сказать, что я бы проголосовала за партию Родин и буду за нее голосовать обязательно. Если я пройду в Госдуму, то я абсолютно, ну я по-другому не умею, просто я буду искренне, пускай я не умею говорить, пускай я там шепелявлю, заикаюсь, там кто-то еще что-то говорит, ничего не понятно слово, как бы кому надо, поймут. И я могу сказать, что биться мы будем до конца. Поэтому я очень надеюсь на вас, на вашу поддержку. Партия Родина – это то вообще, чего нашей Родине, нашей России не хватает в правительстве, в Думе.